Кость, скажи привет. Привет, Мир, идем. Идем на пляж. У нас сегодня... Мы пошли на пляж. Сейчас ничего не слышно будет. Сегодня теплый, но очень ветреный день. Сегодня наш дополнительный предпоследний. Мы продлили еще на один. Смотрели погоду, она сегодня должна была быть хорошей. Ну, в принципе, хорошая, но не очень-то. Загораем. Просто загораем. Плюс один день. Сегодня оказалось ну очень ветрено, поэтому мы спрятались в камыши. Здесь, в принципе, хотя бы можно разговаривать. Хотя бы слышно. Да. Не всегда слышно, но хотя бы чаще. И не сдувает. Если выйти вот так вот, уже сразу ветер, ветер, ветер. Зато кого полно, спит вот этих вот. Мира пошла их топтать. Гадзимира топтать. Да? Да. Белхвостки, я к вам иду. Тап-тап. Да. Сегодня мы предусмотрительны, мы хотя бы кремом намазались. У нас здесь очень много двухвосток. Мы научили Миру нас от них защищать. Мир, иди сюда. Вот. Вот. Вот двухвосток. Что с ней надо сделать? Топ. 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 О. Какая большая, интересная, да, Мир? Спряталась. Спряталась. Жарко ей. Жарко, да. Спряталась. Ага, да, спряталась. Кость, ляг. Ляг. Человек загорает. Мира. Ку-ку. Скажи ку-ку. Игра, папа, поймай меня и надень на меня панаму. Ну как бы не было, тут тепло, все-таки хочется искупаться. А? Маме, да, маме дай телефончик. Папа, искупался! Папа, мне надо мир!
есть буква Р. Майнкрафт. Майнкрафт. Да. Можешь говорить Ермиш. Мне, честно, сложно представить, что здесь везде была вода. Мы, короче, вернулись домой, папа сразу сел у нас за работу, а человек уже помылся и собирается спать. Ты спать? Тебе хорошо? На подушке спят? Да, а старший человек еще умывается после купания. Мира! Скажи пока-пока. Пока. Второй человек умылся и тоже притворяет, что он типа спит. Ты спишь? Стоп. Нет. Я хочу снять, чтобы я типа сплю. Но ты же не спишь. Ну, чтобы прям как ночью. Как ночью. Да. Все, я сплю. Все, он спит. А ты что не спишь? Ложись спать. Ать. Вот, двое спят. Красота. Нам. Одеяло только не поделит никак. Добрых снов. Добрых снов. Пока-пока. Пока. Пока. Пип. Вот я пока собирала вещи. Да. У нас с папа, с Мирой. Мира увидела кузнечика. Папа! Да. Потом кузнечик один раз прыгнул. Съемка прервалась. Да. Да, нет, батарея. Все. Ну все, съемка идет. Секунду, не открывайте. Ставьте. Я снимаю, а ты... Стой. Идем, Костя. Костик, идем. Нет, садись. Блин, мы прямо напротив туалета. Ну, идемте сюда. Так, ставим. Ставим. Просто Мир считает, мы исключительно своей добычей. Мир, мы его достанем. Смотри. Мир, смотри, какой он. Подожди. Давай. Вот он. Он сейчас делает свой прыжок. Костя, короче, уже убежал. Мир такая, нет, дружочек, ты остаешься нет, с нами. Нет, его надо выпустить. Вон он, смотри, видишь, выпрыгнул. Вот он. Нет, идем к нему. Видишь? На асфальте его, кстати, тоже не особо видно. Ну что, он цвета асфальта. Дим, блин. Мам, давай еще. Что? Мира такая, а почему у меня камень не прыгает? Дима, они не жалятся? Нет. Давай, давай, прыгай. Иди. Прыг скок. Опа. Просто в рандомную сторону прыгнул. Что, может, его отпустим? Да, давайте его. Сейчас он на Миру прыгнет. Дим! Дим! Ты что? Он куда прыгнул? На меня! Прям на тебя прыгнул. Заполз. Костя, он заполз к нам в баночку. Пойдем его отпустим. Да, давайте его на траву отпустим. Идем? Мир, будем отпускать. Костя, будем отпускать. Давайте. Все, кузнечик. Пока-пока, кузнечик. Пока-пока, кузнечик. Вот, смотри.
Все. На этот, на стеберек сел. На стеберек? Так, где? Вот он. Вот. Мир, вот он. Смотри, Мир. Можно мини его? На, давай. Только аккуратненько сделаем. Пока-пока. Бежим к братику, бежим. Бежим, Мир, к братику. Да, идем туда, сядем, идем. Вот теперь у нас точно последний день. Последний вечер, когда мы тут. Мы опять на нашем пляже. Дети снова что-то копают. Да-да, на нашем, потому что мы пришли, и тут опять аншлаг. Просто это негде жопу бросить. Народище полно, пресс прям. Да. Хотя нет. На самом деле у нас здесь есть гости. Они здесь постоянно ходят, оставляют кучу следов. Кучищу следов, вот. Кучища куриных следов. Птицы. Ну и напоследок мы все-таки вынимаем эту палку. Вода сейчас уже ни черта не теплая. Днем было тепло. Давай, давай. Неси, куда надо ее поставить, эту палку. Вот тут и оставил. Отлично. Отлично. Братик кормит сестренку. Это они уже намытые? Намытые, но кажется немножко уставшие. Да. Тетя Костя, сними у нее с головы, а то и будешь на этом спать. По ощущениям, все-таки детки загорели хоть немножко. Да? Чуть-чуть вроде бы, да? Ом-ном-ном. Ом-ном-ном. Все, это теперь тоже надо. Вот, отлично. Посмотри сюда. У Мирки так точно нос обгорел. Костя? А Косте ухо. Кто пукает? Все пукают. Мира пукает? Да. Иди сюда. Уезжать не особо хочется. Не хочется уезжать, да? Ну, так сказать, не хочется. И хорошо здесь, уже устали. Да. Хотя вот дети, кажется, в восторге. Это ты пук-пук. День уезда. Сегодня опять солнышко. Дети с папой собирают шишки. Мы уже собрали, в принципе, вещи. И осталось примерно полчаса. И нам надо будет уже ехать. В общем, вот такие вот домики. Здесь, получается, три домика объединенных. Но соседей не слышно совсем. То есть они как-то вот так вот построены неровно. И, получается, соединяются в районе коридора и ванной комнаты. То есть, в принципе, ничего вообще не слышно, что там делают соседи. Единственное, что слышно, когда включается вода в душе. Все. Вот эти вот два шезлонга относятся. То есть у каждого домика, каждому домику относятся по два шезлонга. Вот так вот они относятся. Здесь мангал, стол. Тоже у каждого домика. Мангал, стол. Такая вот штучка. Ну и мусорка. И, собственно, сам домик. Коврик. Вот здесь сушилка. Пап с Мирой. А где Костя? Там? В общем, нам предоставили сушилку. У нас здесь два стула и столик. Еще здесь нам дали раскладушку для старшего ребенка. Единственное, что здесь вечером не посидишь, если, например, дождик, крыша тут, ну,
просто рейки. То есть водичка льется на тебя. В пасмурную погоду эта крыша, ну, как бы не особо спасает. Вот, и теперь сам домик. Тут коврик. Так. Начнем с санузла. Вот так вот здесь вот. Довольно-таки все аккуратно. Полотенце для ног. Обычное полотенце ванное. Полотенце для рук. Фен. Умывальник с жидким мылом. Выдавались еще зубные пасты с зубными щетками. Но только, правда, два раза. Хотя мы здесь были, получается, полных воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Полных 5 дней. Вот. Душевая кабина. Это, я так понимаю, гель для душа. Но мы не использовали, у нас все было свое. Мусорное ведро, мусоритель воздуха, ну, тут как бы все обычно. Вот. И сама комната. Это получается как домик-студия. То есть здесь спальня, типа, и кухонный уголок. Вот. Здесь у нас вешалка для одежды, микроволновка, посуда необходимая, все здесь есть. Еще выдали нам, так как мы на долгое пребывание, плитку и кастрюльку, сковородку. В общем, все вот это выдали. Столовые приборы, понятно. Чайник электрический. Соль, перец, сахар, чай выдавали, салфетки. Ну, вот так вот. И, да, посуда тоже. То есть средства для посуды, губки и тряпки тоже все выдавали. Полотенце кухонное. Вот. Мы здесь жили, получается, вчетвером. Здесь вот у нас наша постель, где мы спали. Двое взрослых и маленький ребенок. И вот здесь вот ставили раскладушку, где спал старший ребенок. Вот. И что порадовало? В общем, я с собой всегда беру на матрасники непромокаемые, потому что, ну, у детей бывают, да, ночью, особенно когда они очень сильно утомятся, промахи. Вот. Что порадовало? Когда я начала первый раз перестилать кровать, я заметила, что, собственно, наш матрасник нам не понадобится, потому что здесь уже есть матрасник. Вот. Но почему-то для второго ребенка, которому дали раскладушку, постельного белья не было. То есть они дали только подушку, одеяло и саму раскладушку. Ну, я всегда все свое беру с собой, поэтому мне как бы это... Меня этот факт не расстроил. Здесь получается окошко. Москитная сетка, все, два ночника и телевизор. Ну, по телевизору мы смотрели только мультики, потому что с детьми особо ничего не посмотришь. Ну и телефон, в котором можно позвонить только вот по этим вот номерам. То есть можно позвонить администратору, спросить что-то в сауну. И зачем-то даны номера соседних домиков. Для чего звонить в соседние домики незнакомым людям, мне, конечно, не очень понятно. Но вот почему-то так. Вот такой вот у нас был номер. В принципе, удобно. Вот. Есть небольшие недочеты. Но, в принципе, мне понравилось. Было комфортно. Места, конечно, не очень много, но на время разместиться можно. Стоил этот домик где-то 5 или 5300 за сутки. Вот, поэтому как-то вот так вот. А теперь мы пойдем собирать шишки и поедем домой. Да, здесь очень красивый вид из окна. То есть выходишь, сразу смотришь на Волгу. Все, пойдем собирать шишки и поедем домой. Пока-пока. Костя пошел говорить другу своему, которому здесь познакомился. Пока-пока. Пошел прощаться. Набрали? Ой, молодцы. Костя нашел еще одного кузнечика. Все, Костя попрощался, возвращается к нам. Просто уезжать. Нет, серьезно? Посмотри на меня. Тебе чуть-чуть грустно уезжать? Понятно. Все, загружаемся. И едем. Да, Кость?
Неделю. Ну, почти неделю. Иди садись. Дим! Дим, калитка! Сейчас. Чё? Нет, а чё? Опять забыл? Это, кстати, уже не первый раз. Давай, сейчас за папой поедем. Сейчас поедем. Сейчас за папкой поедем, да? Там коляску закинем дедушке в машину. И уже сядем, поедем домой. Все. Кто быстрее? Наверное, мы с Мирой быстрее. Вот. В общем, получается, вот это вот были наши домики. Там вот еще есть две беседки. Здесь есть качели, лавочки. Вот это вот детская площадка. С батутом, с горкой. Там еще есть большая деревянная горка для... Ну, она зимняя, для тюбингов. Вот. И получается... Так вот, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот там вот ворота. Побежали до папы. До папы побежали. Везде валяются шишки. Здесь даже есть прокат велосипедов. Не бойся. Собаку боишься? Нет, я тебя за ручку держу. Собака нас не обгавкает. Вон там вот песик. Сима мохнатый гав-гав. Все. Дедушка приехал. Да, папа. Деда, ворота за нами закрыли. Все, говорим пока-пока, Турбаски. Пока. Давай, еще раз пока. Пока. Костя, вы вернешься? Скажи пока-пока. Папа. А. Жалко. Жалко? Папа, я хочу помочь. Папа, папа. Короче, спит аж с открытым ртом. Человек тут, естественно, уже проснулся. Вот, все дербанит, все перекладывает, порядки наводит. Да, Мира? Мира. Папа.
кошечку говорю. О, кошечка, мяу. О, кошечка, мяу. Мир, приехали? Скажи, да? Все? Скажи, все, приехали. Да, конечно. Васик, вон как ехал. Как? Как? Нога где? Башкой вниз ехал все. Ну, может, его это, тошнит уже. Ну, снимай. Смотри, вот, смотри. Ай, папа, ну, все. Папа. И опа, папа. На самом деле, тут вообще недалеко так-то. 50 километров. Папа, Мишка. Идем, идем, идем. Вот мы приехали, короче, домой. Мы приехали домой. Да-да. Почему машины сидят столько белые? Чего дедушка помог нам? Я помог вам. Да. Просто переехать по. То есть переехать помог, показал нам путь. А то папа опять забыл. Можешь спать, пока я не сижу.